Ку-ку, мои амигос, сегодня с вами Вакот, и мы играем в Fallout 4, и мы зашли в Diamond City, собственно, вот и он. Ну что ж, давайте отправимся. Слушай, он мне сейчас напоминает Мегатонну, кто помнит из третьего Fallout'а, просто один в один. Тоже такие же стены, ну нет, это все-таки стадион, походу, да? Ну, это стадион. В центре у нас какая-то жрачка, вместо ядерной бомбы. Но все же. Прикольно. Ух ты. Квантовое зеркало. Откуда ты? Это ты мне это говоришь, да? Да? Yes. Такахаши. Yes. Типа японец. Чашка с лапшой. Да, японец. Такахаси. Так. Ну, пока что ничего интересного я не нашел. Давайте посмотрим. Карту, куда мне нужно. Давайте информацию закроем лишнее. Все-таки найдем сначала своего сына, а потом уже будем думать. Потому что сына надо найти. Давайте. Let's see what you have. Oh, goody. Короче, ненужную хрень продают. Так, давайте посмотрим. Оружие. Оружия нет. Одежда. Ничего хорошего. Помощь, разные. Хлам. Ну, ничего нет, короче. Так понял, мне туда идти дальше. Китя? Это Китюнчик был. Я слышал Китюнчика. Детективное агентство Валентины. Или Вален... это Валентина. Он сама собой разговаривает. Неуютно у тебя, слушай. Еще один путник в поисках укрытия от непогоды. Мы опоздали, мы закрыты. Это важно. Я понимаю, у вас куча дел, но я не займу много времени. Это очень важно. Да, конечно, извините. Я не хотела показаться грубой, просто все дело в детективе. Он пропал. Серьезно, нам сейчас надо будет искать детектива, чтобы он нам нашел нашего ребенка. Да вы прикалываетесь. Ну давайте. Не волнуйтесь, я помогу. И расскажите, что произошло. Ник занимался одним расследованием. Банда доходяги Мэлоуна похитила девушку. Он нашел их укрытие. Она, короче, под станцией находится старое убежище. В нем банда и обосновалась. Я сказал Нику, что это ловушка, но он так, как всегда, просто улыбнулся и пошел туда. Дебил. Проси денег. Ну, не настолько говно, но, в принципе... не знаю. Знаете, вроде бы деньги... Предложить помощь. Я вам найду. Спасибо. Нику знать нетрудно. Он вечно носит одну и ту же страшную шляпу и плащ. Пожалуйста, найдите его поскорее. Ну ладно, сейчас найдем. Не волнуйся. Разыскать Валентина. Валентину Григорьевну. Ну что ж, ладно.
Поехали. Давным-давно, когда простые сины были только созданы институтом, они пытались мирно существовать с жителями, содружества. Однако взаимное недоверие было испортило отношения. Жаль, жаль, очень жаль. Вот, кстати, очень прикольно, что они вот в заставках рассказывают что-то о мире. Супермутанты, превосходящие люди в силе и живучести, считают себя высшей расой содружества. Нацки, короче, нацки. Слушайте, а тулить-то нам далеко. Можем еще вот это, ну, Backstreet Apparel пройти по дороге. Ну да, наверное, так и сделаем, потому что там у нас тоже еще одна миссия. Не помню какая, но миссия. Смотреть зону боевых действий, это где? И вот эту штуку. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну, короче, сюда, я понял. Но сначала мы, наверное, все-таки зачистим. Где включим фонарик. Хотя бы рядом с нами. Так, наверное, по этой дороге лучше будет идти. Или это не дорога? Не, все-таки дорога. Вот, хорошо. Так, все, мы в открытом мире. Свой еще. Туда хоть идем? Туда идем. Просто идти по дорожке. И не париться. А, черт! Так быстро сломалась, засранка. Маленький выродок. Все. Что у нас здесь? Патрон калибра что-то там. Слушайте, почему у нас нет для этого пистолета патронов? Я хочу патроны именно для этого. Давайте попробуем броню какую-то собабахать. Нужно науку качать как этот. Как зайчик энерджайзер. Но если есть в кармане пачка сигарет, то не все уж так уж плохо на сегодняшний день. О, это братство стали наше здесь живет. Они отдыхают здесь, ну ладно. Я, наверное, скипну неинтересное. Так, мы дошли до озера или что-то похожее на это. Турелька, твою мать. Хватит бить мою собаку. Слушай, а эта штука мощная. Что он грызет, интересно? Бутылка Молотова. Противогаз. Ну, все остальное у нас лучше. У этого, это кусочка пепла, что? Давайте возьмем штурмовой противогаз и патроны. Ну, все. Думаю, так сойдет. Ну что ж, больше тут ничего нет. Ничего нет. Ну, ладно. Это ракетница или мне кажется? Ха! Крутняк. Главное быть внимательным. И все будет чики-пуки. Сохраняемся и заходим в эту говнодверь. Перезаряжаемся сначала. Все так чистенько. Блин, эта пушка просто божественна. Так. Опасность, меня уже увидели. Ты умрешь уже? А ты? Где еще один? Мсье. Где-то здесь.
но не за дверью, поэтому мы пока можем посмотреть, что здесь. А, нам же нужно просто зачистить, да? Оп, граната. Обезвредили гранату. Блин, это этот автомат просто божественен. Короткий двуствольный дробовик мне не нужен. Блин, тут походу это. Давайте хоть посмотрим, какой этот использует наш крутой пистолет. 44-й калибр. На таких нет. Слушайте, он вообще бешеный просто этот. Не дед, you hear me? Сам ты дед. Дед, сам ты дед. Легкий. Это было слишком легко. Изолента, молоток с шаровым бойком, что? Вот. Молоток с шаровым бойком, не знаю, что такое, но пусть будет. Ну а теперь идем обижать и аннигилировать. Тут еще кто-то был, лежал, помню. Патроны, фигня, крышка. 38-й. Да задолбали. Мне нужно 44-й, Карл. Я бы попробовать купить у торговца потом. Или у торговки. Тубзики ничего нет. Ничего нового. Все стандартно. Ну, давай, киса. Оп. Ух ты! Это прикольный шлем. Сорок пятый. Кажется, это мой. Или нет? Это можно взять тому дебилу, который у нас в городе. Все хуже. Ну, значит, его не берем. Но шлемчик четкий. Раньше бы мне это все стоило жизни. Я бы уже 100 раз умер. А сейчас так все четенько, красивенько. Учимся, растем. Плюс песик теперь уже не так слаб, как был раньше. Очень сложный, ладно, очень сложный, мы не будем трогать даже. Ну, наверх мы поднимемся. Они же внизу где-то. Он там, нужно его зачистить. Еще ниже, да? Это туалет, а это? Ну ладно. Смотрим, что у этих дебилов было. Фигня. Компенсатор. Нет, крышка. Патроны. Ладно. Нормально. Крышка. Угу.
Вот это, кстати, неплохая штука, наверное. Loctite. То задолбали. Все, мы сделали эту миссию. Больше ничего здесь нет? Или мне кажется? Давайте проверим. Информация. Сообщить жителям об успехе. Но это мы сделаем чуть-чуть позже. Или можем сейчас сделать. Давайте попробуем выйти сначала. Там где-то наверху был выход, явно. Был выход, я уверен в этом. Поэтому попробуем выйти через крышу. Ну что ж, мы вышли. Давайте попробуем переместиться на карте. Переместиться, по сути, к нашим товарищам. И сказать, что мы такие прям шикарные, офигенные. Можем... Кстати, хочу... Так, у нас же где-то оно есть, да, лежит. Я помню, когда-то положил. Если бы ее починить, то можно будет сделать такую броню. Как у рейдера. Кстати, прикольно, мне нравится. Так, подъем, ребятки, подъем. Знаю, что поздно ночью, но мы... I took care of those raiders for you. Да-да-да, не благодарите, не благодарите. Ладно, благодарите. В самом деле, это же прекрасная новость. Побольше бы таких. Да-да-да. Кстати, мы тут совещались и решили поддержать Минтменов. Я думаю, нужно дать им шанс. Единственный способ изменить мир к лучшему – это работать сообща. Значит, что ты говоришь? Да, что ты говоришь? Хорошо. Хорошо. Теперь давайте я попробую вам что-нибудь улучшить, чтобы у вас было все намного четче. Защиты у вас нет, да? Совсем нет защиты. Давайте. Вот так вот. Ловушки. Что за ловушки? Турельки. А не хватает на турельки. Лазерная прожектор, турель с дробовиком, турель с тяжелым лазером. Ладно. А вот сторожевая эта штука я вам поставлю, пожалуй. Или даже в высокую, чтобы вы могли нормально защищаться. Спросите, куда? Не имею представления, но она у вас будет. Пожалуй, так будет неплохо, да? Эту часть забора мы разберем. И починим вам ее. Разобрать. Теперь давайте поставим забор другой. Структуры, заборы. Угловойчик такой заборчик будет у вас. Угловой заборчик. Или давайте лучше поставим вам... Это больше так. Сможет кто-то пройти? Сможет, к сожалению, сможет. Вот так, все. Отлично, идеально. Вход один, выхода нет. Теперь нужно кого-то назначить из вас. Давайте мы вас назначим. Вот тебя, например. Где командовать? Ты у нас будешь здесь. What
Это ты, да? Давайте мы тебе дадим немножко. I'd like to trade some items. Это и как его? Костюм мусорщика. Давай мы тебе одежду немножко дадим. Легкая рейдерская броня, туловище. Так вот. Противогаз, маска. Снаряжение минтменов. Так, ладно, противогаз, маска. Ну все, развлекайтесь. Тут выхода уже больше нет, я забыл. Все, развлекайтесь, а мы отправляемся дальше на наше задание. Ну что ж, вот мы появились. И теперь я, наверное, все-таки скипну наше путешествие до какого-то интересного момента. Вау! Интересный момент, твою мать. Жестко. Это... Вы поняли, что было? Это, короче, банально. Этот засранец с ракетницы по мне попал. Это супермутант. Ну что ж, вот этот засранец. Сейчас я попробую взять свою эту лазерную винтовку. Только не лазерную, вот. Вот эту штуку. И как вы уже говорили, зарядить ее 2 раза. Больше, чем 2, я зарядить не могу. Может, выйдешь? Нет? Нет. Ну ладно. Твою мать! Он больной какой-то. Как говорится, против лома нет приема, кроме самого лома. Так что мы сейчас немножко обидим этого маленького уродца. Боже, оно пролетело насквозь. Иди сюда, мой сладенький. Засранец. Все, порешали. Давайте теперь его соберем. Залутаем этого засранчика. Ну что ж, есть контакт. Это хорошо. Ну что ж, дальше продолжаем. Что-то мутно. Мутно, пипец. Берет. Берет. Так, что у нас здесь? Мы хоть дошли до этого места или нет? Галлюциген. Не хочу. Хочу в миссию пройти. Дай мне выйти.
Грязная армейская форма. Армейскую форму можно взять. Какие-то такие жесткие эти лаги. Что-то здесь не то. Что-то здесь нечисто. Почему так лагает? Я бы понял, что так лагает, потому что я сейчас загружаю видео, поэтому немножко подлагивает, но... Станция Парк Стрит. Ну что ж, нам видать сюда. Так. Уже кто-то ходит. Супер мега тихие, супер невидимые, супер тишина. А все равно Мэлвин слабак, мы же поймали его, этого детектива, который тут ходил и разнюхивал. Ты только новенького об этом рассказывай. А то начнет бой у тебя перед мордой размахивать. Где они? Твою мать. Какие-то они на рейдера не очень похожи. Блин, серьезно? Ни одного раза не попал. Так, нужно бы скушать отбивнушку. Отбивнушечку. Стейки рад скорпиона. Гангстер. Понимаете ли? Давайте морковь возьмем, посадим. Тут еще где-то кто-то был, да? Я помню, кто-то тут двоих вообще завалил. Так, крышка, пистолет, патроны, крышка. Шашлыки из игуаны. Арбуз, патроны, крышка. Надо бы расслабиться, нервы ни к черту, да? Тебе все кажется? Это все тебе только кажется. Что у нас здесь? Тайник с крышками. Ничего больше интересного. А, стоп, компьютер. Так. Продажа билетов на метрополитена для данной станции будет автоматически прекращена 11.02.77 одновременно с закрытием станции. По всем вопросам обращаться к диспетчеру станции и представителю Волтек заблаговременно. Повторяем, терминалы Парк Стрит не будут работать после указанной даты. Ранее выход. Ну, видать, это именно тот день, когда все случилось. Купить билеты. Все, тогда иди нафиг. Got it. Лапа когтя смерти. Крышка, крышка, крышка. Бутылка бурбона.
Изолента нет, изолента мне не нужна. Макароны с сыром, тайник с крышками. Суперклей. Ну что ж, давайте мы сейчас напугаем этих хузер. Мяч, мне мяч не нужен. А вот чья-то смерть очень даже бы пригодилась. Слушайте, этот лазер такой четкий и такой точный, это просто пипец. А я его даже не модернизировал еще ни капельки. Ни капельки не модернизировал, Карл. Единственная проблема, что я сам по нему не особо попадаю. Все, всех зачистил. Карл, всех. Мне даже урона не нанесли. Крышка. Кусочек белки. Нога чья-то. Слушайте, 45-й это же получается... Не... Это 44-й, я забыл. Блин. Психобафа вот мне, по сути, не очень нужны. Слушай, я, наверное, сейчас перейду на какие-то автоматы полегче. 397. Потому что, ну, как-то, знаете, патронов-то уже мало осталось. Сейчас хоть посмотрим, сколько тут у нас для этого 389 патронов, а для пистолета-пулемета, если сейчас будет... Где он? Где он? 10. Нет, все-таки тут, наверное, лучше будет. Где мне искать этого товарища? В шахтах? Как тут машина оказалась? Почему тут машины? Квантовое зеркало. Да, с таким этим уже не так прикольно.
Да, это тебе не тот супер крутой. По-моему, песик стреляет, мелкий выродок. Ну что ж, давайте соберем лучик. Это что? Это убежище 114. Твою мать. Звучит жестко. Песик, ты куда бежишь? Наш бесполезный вообще. Блин, надо все-таки вот этим. Этот пистолет лучше, чем та говно, которое. Да, этот пистолет явно лучше. Плюс для меня, для него ту и вот куча патронов, поэтому. Что у нас здесь? Давайте с той стороны проверим, может там тоже что-то хорошее. Требуется ключ. Тут у нас что? Комбинезон убежища 114. Слушайте, а может быть я его хорошо смогу продать? Так, Voltex. Так. Угу. Здоров. Добро пожаловать, сотрудники. Конвенционально только для сотрудников научного отдела. Сотрудники, так. Сейчас прочитаю и вам перескажу в двух словах. Тут нам рассказывается, что, мол, они построили это убежище с помощью служб города, которые, типа, чтобы сэкономить бюджет, поэтому тут особо ничего интересного нет. Скорее всего, это будет опять-таки эксперимент социальный, и сейчас мы узнаем, какой, в следующей записке. Ну что ж. Ну что ж, тут фишка в том, что в этом, скажем так, убежище будет жить только высокопоставленные чиновники. Но почему-то фраза обрывается, я не могу прочитать до последнего, потому что, однако, в разговоре с ними роскошные условия данного, все, ничего больше нет. Ну, короче, суть в том, что тут какие-то мажорчики должны жить, но больше ничего не написано. Ладно. Голозапись. Это мое, подождите. Это мое. Это не вам не нужно слушать. Это еще, когда нам дали эту фишечку. Ну, короче, тут должны быть какие-то высокопоставленные чиновники, которых нет пока что. Так что давайте попробуем спасти этого дурика. So I got a question.
Слушай, у меня такой вопрос. Какой смысл делать убежище в станции метро? Оно же совсем не герметичное, потому что никто не собирался им пользоваться, идиот. До войны мы также, такие же аферы постоянно проводили. Собираешь ребят из профсоюза и начинаешь стройку, которая никогда не закончится. Стоп, что значит до войны? 200 лет назад? Или я что-то не знаю? Ненавижу еще часто эти штуки. Давайте помощь. Съедим жареный родолень. И сохранимся. Так, нам нужно побежать по Шурику. Этот засранец нас не убьет. Первого выстрела. Отлично. Еще кто-то? Так где вы? Миллиметровый патрон, крышка, патроны калибра. Застимулировали собаку. Блин, жаль на самом деле, очень жаль, потому что сюда. Мы можем зайти в соседнюю дверь. Дырка. И голова. Так, что нам теперь нужно делать? Куча денег до военных, которые нам тоже не нужны сейчас. Ну, видать, нам туда вниз, да? Это было больно. О, сейчас что-то еще узнаем. Только для сотрудников научного отдела. Может, то же самое сейчас будет написано? То же самое. Недописано. Шпильки. Как же далеко тебя запрятали, дружище? Так.
Нас не видят. Тут есть кто-то? Нет, никого нет. How you doing in there, Valentine? Feeling hungry? Want a snack? Keep talking, meathead. It'll give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. Lousy, cheating card shark, I think were his exact words. Then he struck the name across three times. Three strikes? In the black book? But I never... Oh, no. I gotta smoke this over fast. Тут душевые, да? Нам нужно подняться наверх. Нет, это не elevator. Don't have the key. Ну хорошо, значит я сюда зря пришел. Какая-то стрельба уже? Нас спалили. Это Дина. Так, что у нас тут? Крышки. Поля двери смотрителя. Ну и все. Отлично. Теперь нам нужно подняться как-то. Если он туда пришел, значит тут есть где-то подъемник или что-то похожее. А, он отсюда, походу, пришел. Only opens with a key. Ну ладно. Он пришел отсюда, но мы выйдем через верх. Так. No way I could pick this. Как мне туда зайти? Тут ведь дверей нет. Это через самый верх нужно заходить? Требуется пароль. Ну, собственно, подождите. Все нормально, есть. Получить номер. Открытие двери. Что это? Что за... Вот и мой рыцарь в сверкающих доспехах. Оставь только узнать, зачем ему так рисковать ради какого-то старого сыщика. Подожди, так ты робот? Нифига себе. Ладно. Мой сын Шон пропал, его похитил. Но я не знаю, кто и где его искать. Пропавший ребенок? Это ты по адресу. То есть я тот, кто тебе нужен. Тут уже несколько недель торчу. Оказалось, что пропавшую девчонку, которую мне поручили найти, никто не похищал. Она новая пассия доходяги Мелови. И она зла какая-то, что... Ну ладно, тебе нужны помощь, я тебе помогу. А сейчас давай-ка выберемся отсюда, поговорим после. Слушайте, будет несложно. Опа, что мы нашли? Excellent. Отлично, взять. Собеседование. Компьютер. Я хочу почитать, что здесь написано. Тут явно будет больше. Добро пожаловать, сотрудники. Ничего там не было.
Ну что ж. Коль ты хочешь идти, значит идем. Но все же хочу туда зайти как-нибудь. Won't be able to pick this. Hard and loud, huh? Well, gets the job done. Too bad for whoever cleans up the floors. Нифига себе, ты жесткий чувак. Ох, какие лаги. Это гангстеры гули, или мне кажется? Да, они гули. Ну давай. No way to pick this. There we are. Ты смог. A lot easier to do when the lock isn't on the other side. The fix is in. Ну что, сбитый, конечно, шутить не очень хочется. Ладно, давайте все-таки что-нибудь выпьем. Например, квантовую ядерколу. Не квантовая, просто давайте обычную ядерколу. Так. Полезный. Крышка. Шашлы из игуаны. Не знаю, слышали вы, нет. Но шутки он шутит интересные. Кто создал это убежище? Неужели инструктор по фитнесу? Don't think I can pick this. Skinny Malone and the rest of his boys are waiting for us somewhere. Name's ironic. Думаю, это мы сможем продать очень хорошо. Это же модно нынче, да? Ну давай, откроем терминал. Okay,
Резидент 1А. А ну это просто фамилия и имена, это неинтересно. Так, замок открыл, но на той стороне, что очень... Готовимся. Давайте. Так, что же тут есть? I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back home to Daddy, shall I? Should have left it alone, Nikki. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle, you hear me? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed him! But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. Давай убедим ее, попробуем. Darla, listen to me. You have a home to go back to. You don't want to throw your life away with these thugs. I... You're right! What am I doing? I've gotten all mixed up. Darla! Where are you going? Home, Skinny. Where I should have been all this time. This is goodbye for us. Какая-то шлюховатенька. Oh, come on, Nikki. You cost me my men. Now you and your friend cost me my girl. My friend here just did you a favor, Skinny. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. You smug, overconfident ass. Get out of here! All right, you get to the count of 10. I still see your face after that. I'm gunning both of you down. You better get out of here fast. One. Two. Ну что ж, неплохо. Без насилия и просто. И спасли ту бабку. Так что все з-б-с. Жаль, тут кармы нет. Ну, фиг с ней уже. Фиг с той кармой. Ну что ж, бежим. Какие-то непонятные проходы. Что, погореть типа нужно или что? Этот персонаж сейчас занят. Ну давай занимайся уже чем-то полезным. Выходим. И что же у нас здесь ждет? Так. Hey, Valentine. Ну теперь выкладывай, как тебе стало известно, что я в убежище? Элли. Элли, твоя секретарша, меня послала она. На самом деле, надо будет повысить ее оклад. Ладно, кажется, мы говорили про твоего пропавшего сына, Шона. Давай-ка ты зайдешь ко мне в офис Diamond City, вспомнишь все, подробности, а перед этим немного отдохнешь и освежишь голову. Встретимся там. Увидимся в Diamond City. Все, пацаны, чудесно. Мы прошли. Кстати, нам чуть-чуть не хватает до следующего уровня. Очень жаль, надо бы кого-то убить. Ну давайте пока что, нам вроде, мы и так можем один уровень повысить, давайте повысим его. Нам нужен интеллект повышать, давайте. Подтвердили, так, наш интеллект повышен. Все, отличненько, ну что ж, на этом с вами был Вакод. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, которые я все читаю, честно, я честно все читаю, мне интересно, возможно, не всегда отвечаю, но всегда читаю и делаю выводы. Ну что ж, на этом с вами был Вакод, спасибо, что смотрели, всем удачи и adios.